приветствуем Владислава, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверили ли нам свое биополе на период сеанса. Но он доверит. Хорошо. И Владислав стоит в скеннере, и я даю команду на три. Скеннер начинает сканировать пространство над головой, пространство под ногами. Три сплошные векторы притягиваются в эту клетку и становится ее заложником. Один, два, Три сканер начинает сканировать систем тонких тел Владислава. У него демон во весь рост. Он а, его да. ну, управляет. Он в клетке? Да. Хорошо. У так. него э, красный дракон. И арахноид. Красный дракон и Три арах... канала у него. Хорошо. Считай цифру у, у красного дракона над головой пожалуйста 5082 вау 5082 большая рыбка попалась и считаете цифру демона над головой 123 25 25 герцовы хорошо уважаемые интерференты обращаясь к вам вы находитесь на чистке вы мои заложники сейчас я здесь законно по воле излияния Владислава, который заявил желание избавиться от всех паразитов, которые сидят сейчас в клетке. После этого человек прочитает манифесты, аннулирует все контракты, договоры, если таковые есть. И я вам дам команду вытащить все из его биополя после реверса энергии. Если кто-то мне будет мешать, я его сожгу сразу в клетке. Здесь даже без разговоров. Всем понятна процедура. Кто меня будет обманывать, кто не будет отвечать на мои вопросы, получает страшнейшие удары от меня. Мало не покажется. А демон, он икает. Демон, что ты икаешь? Напился икаю. А где ты напился? Кто тебя напоил? Разгульная жизнь у меня. Как долго ты находишься в биополе, Влада? И на каком основании ты здесь? Демон, у меня есть отличное средство тебя протрезвить сейчас. Он пьяный, Влад. Да? Он пьяный, да? А, хорошо. И в моих руках сейчас появляется специальный спрей, который отрезвляет моментально любую сущность. Один, два, три. Влад, возьми этот спрей и дай ему полный залп в нос, чтобы он очнулся. Один, два, три. Он, он зажимает нос, говорит, ты что делаешь? Где я вообще? Он трезвый или нет? Что происходит? Да. Происходит следующее. Ты пришел на свои похороны. Мы тебя споймали. И сегодня будем тебя наказывать. Справедливость будем восстанавливать. На каком основании ты находишься в биополе Владислава? На каком основании? На основании забора души. А у тебя есть контракт? Поймал контракты. я его. Что? Поймал я его. Как ты его поймал? На чем ты его поймал? Покажи свой контракт. Скоро подпишет. Демон, я вижу, ты несерьезно относишься к этому. Влада ему удар 150 тысяч герц. Удар. обрезаем Обрезай ему один рог, правый рог обрезай ему. Один, два, три. И уменьшай демона в два раза. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Что за насилие? И достаю свой револьвер противодемонический 1, 2, 3. Достаю антидемоническую пулю, вставляю в этот револьвер, направляю на него. Успокойся, успокойся. Убираю револьвер. Если ты еще раз скажешь мне в таком тоне такую ересь, я тебя накажу. Причем так накажу, как я Вельзевула наказал. Уже наказал. Я тебя еще не наказал. Это даже ничего такого не было. Я вижу, ты несерьезно относишься к своему положению, в котором ты находишься. Возвращаем ему его рог Один, два, три. Возвращаем ему его размеры. Это тебе было сейчас предупреждение. Сейчас. Ты понял, Демон? Ладно, ладно, понял. Понял. Ты все вопросы будешь отвечать. Отвечать правдой. Если я замечу, что это ложь, а я ее замечу. Все, что ты сейчас увидел, Будет в два раза хуже. Он себя... Показывает, он его сеткой накрыл. Как ты Красный. его накрыл? На красной сетке. Есть эта сетка красная сейчас, да? На нем, да. Так, сколько ты находишься в его биополе? Как ты зашел? Я буду только один раз спрашивать. Но он пять лет, но плотно сидит три года в нем. Правит. За какие эмоции ты был ответственный? Как ты деструктивно влиял на него? Какую боль ты вызывал? К чему ты его... Зависимость. От чего? Зависимость. Зависимости разные бывают. От чего-то конкретного? Алкоголь. И он показывает, что он все делал, чтобы все пути шли к алкоголю. Это значит, твоя работа была с алкоголем, да? И к чему ты его, какая твоя конкретная цель была? Ну хорошо, допустим, выпил он столько алкоголя, что он невменяемый. До чего ты его хотел довести? Ты сказал, что ты хотел его душу украсть. Значит, он должен был совершить какой-то страшный грех, типа самоубийство, правильно? Не обязательно. А что именно? Он уже в ловушке. Демон, второе предупреждение. Если ты... Я вижу, ты несерьезно воспринимаешь это все, да? Он в ловушке зависимости. Еще чуть-чуть подпишет контракт со мной. И в свое время я заберу. Ага. Это ты хотел так сделать, да? Хорошо. Ты Какой еще забыл твой план? твой план. Но ты же понимаешь, что дело такое, что человек в состоянии отказаться от любых привычек благодаря своей силе воли. Вот это ты не учел, да? Она подавлена. Что подавлено? Воля? Тело воли. Ничего, все вполне возможно решить. Мне интересно, почему аж 25 герцовый зашел в это тело? Может, там еще кто-то с тобой связан, демон? По каналам. Чем? Ну, я не знаю. Не только помощники, еще и начальство бывает связано. Поверь мне, я встречал очень высоких демонов. И если ты сейчас не приложишь усилий для того, чтобы раскрутить эту ситуацию назад, и не будешь мне помогать, то я тебе покажу одну такую маленькую вещь. В моих руках появляется маленький шарик энергии царя Соломона. Один, два, три. Ну ладно, ладно, что ты хочешь знать, я расскажу тебе. И шарик ходит опять в мое биополе. Я хочу знать, как получилось так, что ты взял под контроль его волю. У него вибрации низкие, у меня высокие. Да, у тебя вибрации намного выше его, однозначно. Хорошо, но у многих людей вибрации. Почему ты выбрал именно его? Ты же присматривался, ты же ходил. Я же знаю, демоны никогда не входят просто так. Они смотрят, куда они входят, принюхиваются. И только в самый удачный момент заходят. Какая черта его характера, слабость вернее, тебя приманила к нему? Здесь все подходит. Разверните ответ, попрошу. Что все? Перечисляй. Он добрый. Добрый? Это разве плохо? Я тоже добрый, но с добрыми людьми. Это слабость. Это слабость? Ты считаешь меня за слабого? Ты другой. Я такой же, как и он. Он мягкий. Хорошо, хорошо. И ты хочешь сказать, что в каждом мягком человеке сидит демон, и он может туда войти? Очень много ангелов на земле, в которых нет демонов. И они добрые. Ты не договариваешь, ты просто мое время сейчас тратишь. Демон. Конкретно называй причины, почему ты зашел. Кроме низких вибраций. Что мне еще нужно? Душа. Как ты собирался заполучить его душу? И это действительно последний раз спрашиваю. мне уже начинает надоедать. Сперва контракт шел. Что ты ему что дашь, а он что получит? Какого содержания контракт должен был быть? Что ты забираешь его душу в обмен на что? На блага. А какие блага ты ему можешь дать? Демон. Мысли у него яркие приходят. И это блага? Реально ты мое время воруешь сейчас. Реально воруешь. Он что-то говорит, Вера? Нет. Влад, дай ему удар. 200 тысяч герц. Один, два, три, удар. Больно ему. Уменьшая демона в два раза, один, два, три. Он остается таким. Все, демон, я с тобой закончил на сегодня. Сегодня ты уйдешь в галактическое ядро или туда, куда я тебя отправлю. Все, у тебя был шанс, ты его не использовал. Закрой рот теперь. Переходим к красному дракону. Пять тысяч восемьдесят второй уровень. Что ты здесь делаешь? Он пожар показывает. Когда ты зашел, пожарник? Десять лет он сидит. 10 лет ты сидишь угу. так рассказывай подробно что ты пообещал ему какую иллюзию как ты перед ним предстал группа их была наблюдал он за ними угу. и выбрал его пришел во сне кем представился девушкой и что пообещал он говорит? Отвечал «Вера? на вопросы. Он. Отвечал на вопросы, понятно, хорошо. Так, я знаю твою деструктивные деятельности, я знаю, сколько ты энергии у него мог, мог украсть, и знаю, что ты с ним полностью синхронизирован на всех телах. Я вижу все. Поэтому, дракон, я тебе еще раз второй шанс даю сейчас рассказать мне о твоей истинной причине нахождения в его биополе. Иначе Энергия. я буду энергии воровал. Хорошо. Какая у тебя была конечная цель? Какие ты энергии у него воровал, во-первых? Он показывает была тонкая копия, он как пожарный огонь. Сжигал его энергию. Ну, в смысле, сжигал, забирал. На физическом плане, какие это для него приносило неудобства? Душевная боль душевная зеленая чакра сердце грудь понятно понятно и в сочетании с 25 герцом вот этим маленьким демонюшкой который таким и уйдет возможно сегодня вот вы конечно сделали очень много так арахной твоя очередь как долго ты находился в этом теле а, у нас ангел по моему А вот как. Ну, демон, ты попался. И ты, красный дракон, попался. Рас, потому, потому что за ангела вы сейчас реально ответите серьезно. Очень серьезно. И ты мне дракон это не сказал. И в моих руках появляется печать дракона. Один, два, три. И я включаю ее на полную мощность. действует на голову качаться и... начал отлично ждем пока больше начнет качаться кричит убираем печать хорошо все сегодня с, с этого момента с вами будет уже другой разговор за исключением арахноида потому что он не участвовал в этой процедуре поехали с, с процедурой реверса и я даю команду тонкой копии Владислава спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, и в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по, по каналам чужеродная по отношению к Владиславу. Энергию страха, энергию неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он получил от них, возвращается к ним назад. Усиливаем потоки в 50 раз. Да, демон, ты попал сегодня серьезно. А я-то спрашивал тебя, почему ты здесь, о твоих истинных причинах. И у тебя был шанс сказать правду. Сегодня ты уйдешь в галактическое ядро. Я даже тебе, на тебя энергию царя Соломона не буду тратить. Я тебя просто уничтожу сегодня». Что сразу меня, что во всем демон виноват. Ты хотел забрать тушу ангела в ад? Ты это серьезно решил? Ну, вот я тебе сегодня докажу, что это очень опасное занятие. Мы ангелы помогаем друг другу. Я тебе сегодня такие энергии дам, что ты изнутри сгоришь. Что ты будешь просто проситься, чтобы тебя куда-то отправили в любое место. Паразит. Еще лживый паразит. Я тебе сказал, кто будет лгать, того уничтожаю. Усиливаем потоки еще в 50 раз. Закончилось. Устанавливаем фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Влад забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Владислав себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Многое демона видел, но ты один из них из самых тупых. 25-герцовый. Ты вообще для меня никакой ценности не представляешь. Вообще никакой. Ты никакой мне информации не дал. Ты еще стоял, лгал. И демон еще получает 150 тысяч герц. Удар, Влад, дай ему, чтобы он лег. У него энергия в жизни заперла. О-о-о! Ну все, все. Все. Ты перешел все границы, демон. Будет твоя сегодня медленная, очень медленная процедура уничтожения. Он просит, чтобы ты не убивал. Ты хотел убить ангела? Ты получаешь назад? Ты знаешь, сколько ты ему боли дал за твое время пребывания? Пять лет. До дракона я еще не дошел за десять лет. Тот получит еще не меньше. Только арахноид уйдет сегодня спокойным. Потому что Вере нравятся арахноиды. А все остальные получат по полной программе. Арахноиду тоже понравилось. Вот. Это кивает он тебе. Хорош. Уже кивает, видишь, а раньше лапками стучал. Да, хорошо. Всем тельцем приседает. О, хорошо. Это тебе, Не дали отдали все. Все отдали, отлично. Так, Арахноид, начинаем с тебя. Давай, выходи, пожалуйста, забирай все, что ты оставил в, ее биополе, в его биополе. Вытаскивай все до последнего микрона, потому что я буду проводить проверку и может ударить очень сильно. Если что-то останется. Паутине у него голова. М ты представляешь, какой коктейль, Вера? Паутине голова, демон сидит, 25-герцовый, и еще и красный дракон со своими платами. Он собрался. Хорошо, дракон, э, арахноид идет в клетку. Так, Сейчас выходит этот мелкий демон, вытаскивает все, что он оставил. И возвращается в клетку. Все, все сниму. Я и без тебя могу снять. Когда я тебе давал шанс, ты его не захотел брать. Все, у меня больше для тебя опций нет. Какие-то ботинки снимает красные, тяжеляющие. Даже не хочу спрашивать, для чего. Это сетка у него. С рук что-то снял. Готов? Так, хорошо. И сейчас выходит мелкий дракон и вытаскивает все свои платы, которые он там оставил. Если я замечу, какую-то агрессию я его сжигаю сразу на месте. В общем, Владислав, он романтик, и вот этот э, дракон, он на этих чувствах играл, у него грудь, как говорят. Сердце, область, сердце, душа. Ты знаешь, дракон, я, ты, я вот по подлости не знаю, кто из вас хуже, демоны или драконы. Вот на такой низкой ступени вы находитесь в глазах человечества. Среди вас есть, конечно, особи более-менее развитые. Мне доводилось встречать высоких драконов, с которыми я мог общаться, и которые мне объясняли очень много и рассказывали. Они были предельно вежливы. Вот. Я встречался с интеллектуалами, но их меньшинство среди вас. Вы такие же паразиты, как и все. У меня никакого к тебе, дракон, уважения нет. Ты никакая не высшая цивилизация. Ты просто цивилизация-паразит. там пожары, у него тоска такая крылья связал он ну, еще и крылья связал ну дракон сегодня ой я не знаю не знаю я буду спрашивать владислава как он захочет с тобой поступить Все снял. была бы моя воля я бы тебя сразу просто уничтожил но это воля владислава поэтому мы будем спрашивать его как он захочет, в конце сеанса, и вы будете все присутствовать, кроме арахноида, потому что он хороший, он все понял, он говорил правду и уйдет домой живым и здоровым. Так, переходим к процедуре рассинхронизации. И я даю команду, значит, три, начинается рассинхронизация энергии. Владислав забирает все свои энергии. То число значения 100%. К дракону вот это красное пятно пошло, как пожар закручивается. И усиливаем этот пожар ему назад. А к демону к нему идет такое что-то как алкоголь. Вот этот как запах. Я не знаю даже, как это сказать. Окутан, он вот этим. Перегар. Вот это вот вокруг него все возвращается к демону в клетку. Оно прозрачное, но оно вот как... Что ну, много его, да, Вера? Да полностью он как в оболочке в этой. Хорошо. Готово. Да. Хорошо, и я подхожу к Владиславу, кладу руки на плечи, моей собственной энергией сжигаю, насчет три все каналы. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Хорошо, открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Эти каналы улетают в галактическое ядро. Смотри, дракон, смотри, демон. Закрываю, печатаю, растворяю. Демон да, говорит, нет, нет, не сегодня. Сегодня. Самый лучший день. Для такого паразита, лжеца, как ты. Я тебе шанс давал, ты его не взял. Все. Так, и я даю команду сканер Насчет 3, начинает сканировать все 7 тонких тел Владислава. 1, 2, 3 находит любые чипы датчики, импланты, которые еще не, не вытащены, моментально загораются красные маячки. И если это мелкие частицы, сканер сжигает их на месте. Остаточные наночастицы. Зеленый. Хорошо. Арахноид готов уходить? Да, готов. Хотя Арахноид... не передумал. Я не передумал, да. И потому, поэтому я тебя прошу не приходить больше, ни под каким предлогом в тело Владислава. С этого момента он будет находиться под нашей защитой. Если я получу от него информацию, что он опять себя чувствует плохо, я через 10 минут вытащу любого из вас. И тогда он уже никуда не уйдет. Я надеюсь, ты благоразумный арахноид и все правильно понял. Правильно? Он я... приседает, опять кивает. Sorry, Отлично. Хорошо. Открывается наверху портал на частоте арахноид 1, 2, 3. Арахноид уходит на свою частоту, забирает все, что с собой принес, забывает дорогу назад. 1, 2, 3. Закрывая, печатаю, растворяя. Поехали по частотам. Подожди, остальные будут Нас... там. Пусть сидят там, да. Пусть сидят там. Нам надо найти контракты еще, посмотреть. И переходим на чистоту магическое воздействие. Если таково есть или было, проявляется. Один, два, три. Руки. Руки идут в клетку насчет 3, 1, 2, 3. И насчет 3 от руки этих рук выстраивается канал к ответственным. Я притягиваю ответственных 1, 2, 3. В эту клетку становится моим заложником. По ДНК притягиваю их. Все ответственные. Этот... Женщина, девушка, она вот руками дотя... дотянуться до него хочет, но не может. Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристрелит в первозданном виде согласно своему эфирному коду. Ничьи руки не должны находиться ни в чем биополе. Вера? Ну, она как... Тарушка сейчас стала. Так, если на ней есть магическая защита, она сейчас проявляется ярко-красным цветом. Один, два, три. Твищатка, ясно. Подожди, мне надо больше времени. Без проблем, хорошо, посмотри. Хорошо, по-любому. Показывает она, подожди. В общем, старушка гадает на картах, девушка какая-то его рассматривает магия не делала, рассматривала. Это интерес, вот как руками хотела достать до него. Она так хотела достать, что она попала в клетку тюрьму? Это неправда. Было на него какое-то... Что? Тюрьма было когда-то воздействие, поэтому... А кто делал это воздействие? Ответственный притягивается в клетку тюрьму. Один, два, три. Ну, картинка идет ее нет, Девушка да? стоит перед столом, и вот эта женщина она раскладывает карты. Когда это было? Считай информацию. 11 лет назад. 11 лет назад. Как зовут девушку? Считай имя. Юля. Юля. Настоящее имя скажи. Она смеется. Светлана. Ты ведьма, Светлана? Нет, что ты. А как, какие у тебя интересы были к Владиславу? Нравился он мне. И что ты хотела о нем узнать? Приворожить хотела. Ты провела ри этот ритуал приворожения? чего не получилось. Ты знаешь, это тебе спасло жизнь? Ты даже не представляешь, какие муки тебе предстояли, если бы у тебя получилось. Твоя бы душа ушла в очень-очень темные мира. Молодая была глупая. Так, хорошо, эта бабка делала какую-то магию, какой-то ритуал на него? Даже не знаю. Даже не знает. Ладно, хорошо. Возвращаем ее на счет 3, на ее чистоту, стираем ей память 1, 2, 3, она ничего не помнит. Открывается портал на ее чистоте 1, 2, 3, возвращаем ее назад. И вот этот артефакт, который у нас там руки эти, да? Ну, руки они исчезли, это просто как... Фантом был. Ты знаешь, как она, картинка шла, черная, и вот видно было две руки, как она до него дотянуться хотела. Понятно. Ну, это Потом не... пошла картинка. Хорошо, все. Так, больше ничего из, не, из этого не осталось, из магии там, да? Еще раз это проверяем. попытка магии. Попытка неудачная. Хорошо, ей повезло. И ему повезло. Переходим на чистоту неупокойной бесплотной души. Один, два, три. Если такого есть, не проявляется. Чисто. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Один, два, три. Чисто. Переходим на чистоту негативной эгрегора, мешающей жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Есть эгрегор. Мы спрашиваем тонкую копию Владислава. С какими эгрегорами он согласен расстаться и отключить? Мы можем ему помочь. Пусть их посмотрит. Он говорит отрубить их. Хорошо. И проводим работу по отключению. Я подхожу к Владиславу, кладу руки на плечи и моим собственным ударом энергией сжигаю эти каналы от негативных эгрегоров, которых он выбрал. Один, два, три. Удар. Отсеклись. Да. Открывается портал в галактическое ядро, они улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая печатаю, растворяю. Есть. По закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями, Владислав должен взять ответственность за свою жизнь, в свои руки, выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, он готов. Хорошо, я говорю вслух, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Один, два, три. Вышли договора? Да, вышли. Хорошо, мы просим Владислава посмотреть эти контракты. И, и если есть и контракты и с, с присутствующими, здесь они загораются ярко красным цветом. Дракона там должно быть. Есть, да. Хорошо. Так, Владислав, принимайте решение избавляться от этих всех, от этого мусора. Трубить. Отличное решение. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутренняя власть моего свободы, воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Да будет так. А так и есть. И улетаю все эти контракты в галактическое ядро. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Манифест. Пусть повторяет за мной. Я беру ответственность за клиник в воплощениях, временах и снах. Сила моего намерения. Да будет так. А так и есть. Прочитал он? Да. Хорошо прочитал? А, ты знаешь, когда контракт отрубили, к нему энергия вернулась, как часть души, прямо внутрь зашла и встала на место, и а намерение хорошее у него, да, прочитал, хорошо. А с какого контракта, не помнишь случайно? С драконом, который был. Все, все дракон закончился. Он живой был соединен с ним, был энергетический. Закончилось контракт. твое существование паразит поганый. И дракон получает удар. 150 тысяч герц. Удар. Хорошо. Эмоциональный фантом. Выходит эмоциональный фантом Владислава. 1, 2, 3. И проецирует тебе все негативные программы, негативные мысли, формы. А также всю низковибрационную эмоциональную энергию злости. Она им же сгенерированная. Проецируется на его эмоциональном фантоме. 1, 2, 3. Много все. Безусловно, должна быть гора. Спрашиваем тонкую копию Владислава, готов ли он сбросить все это, весь этот мусор, или он хочет переконвертировать? Все, мусор. Нет. Хорошо. И открывается воронка против часовой стрелки. Производим сброс. Всей этой низкой вибрационной энергии, эмоций мысли на счет 3. 1, 2, 3. Пошел, сброс. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Переходим к закачке энергии. Подсоедини тонкую копию Владислава. 600. И подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Владислава до значения 600 Гц. Пошел, подъем. Есть. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Отлично. Мы закончили его чистку. Хорошо. Как он выглядит? Он знаешь, он может сам гармонизировать свои энергии, он их сам по-разному расставляет. То такими, как заплетает, переплетает их как-то, то просто делает, по телам разлагает, по цветам. Крылья видны? Да. Белые или черные? Белые крылья. Хорошо. Так, мы сейчас подходим к демону. Он мне что-то хочет сказать? Ну, он не убивай, просит. Хорошо. Я тебе даю последний шанс. Ты сегодня видел, что мы можем делать. Если я тебя еще раз в этом биополе достану, я с тобой разговаривать не буду. Ты сразу пойдешь на переработку. Все понятно? Он говорит, что его вибрации выше я не смогу зайти. Хорошо, возвращая демона, его первоначальные размеры. Один, два, три. О. Готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Демон уходит на свою частоту, забывает дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. Есть. Так, ну, оказывается, ты, красный дракон, самый большой вредитель оказался, как я и думал. Решил подпитаться ангельской энергией, да? Сам все видишь. Вижу. Вижу. Ну и что мне с тобой делать? Владислав, я обращаюсь к Владиславу. Владислав, как ты хочешь поступить с этим драконом, который 10 твоих лет жизни воровал у тебя энергию? И отягощал тебе жизнь до такого состояния, которое ты пережил. Он говорит, что мне тоже это будет урок. Хорошо. Пусть он даст. Конечно Свое даст. Слово и уходит. Ой, красный дракон, похоже тебе повезло сегодня. Ой, повезло тебе сегодня. Давай свой красный дракон. Слово дракона. Клянусь. Слово красного дракона. Хорошо. Дай живым идти. Хорошо. Возвращаю дракону. Его размеры первозданные. один, два, три. Готово. Доволен? Доволен, да. Запомни этот урок, дракон. Запомни, второй раз такого не будет. Это первый раз я такое делаю. Если ты еще раз мне попадешься, это будет последняя встреча. Все понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал на чистоте красного дракона 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес. Забывая дорогу назад. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Так. Поскольку он не знал, что он ангел. Давай сделаем запрос в ангельском мире. Не хочет ли куратор Влада поприветствовать его с освобождением? Мы делаем запрос, если хочет куратор, или учитель, или друг Владислава прийти к нам в комнату диагностики. Мы его сейчас приглашаем. Нас девушка. Мы приветствуем друга Владислава. Представьтесь, пожалуйста. Амелия. Амелия. Нам очень приятно. Амелия. Меня зовут Влад. Это Вера. Это ваш подопечный Владислав. Мы сегодня производили его чистку. Мы вытащили из него страшные такие вещи, которые сидели. Сейчас он чистый, его крылья расправились, они больше не связаны. Когда мы их увидели, мы хоть он не знал, что он сам ангел, но у нас есть такая традиция: мы всегда приглашаем ангела. Возможно, с желанием, может быть, у куратора, или учителя, или у друга возникнет желание его просто поприветствовать. Они танцуют. Отлично. Сперва он ее окружил, сейчас они так, ну, как, да пока я как говорил... медленный танец, да, танцуют. У нас еще не танцевали в комнате. Не очень рада за него. Хорошо, Амелия, я очень рад со своей стороны. Мы, он, правда, не просил делать встречу с куратором или другом, это была наша личная инициатива, поэтому мы не будем надолго вас задерживать, мы бы просто хотели, чтобы ангельский мир... Своими глазами убедился, что еще один ангел стал свободным. Она благодарит нас, и она говорит ему, что я всегда на связи. Это взяло очень долго времени. Мы направляли тебя. Это Он долго... Получилось. На... Все получилось. Конечно, все получается, когда ангелы... У Ангела все получается. Благодарю вас, Амелия. И, Амелия, поскольку вы пришли, примите, пожалуйста, от нас подарок. Верочка, наша традиционная корзинка с самыми вкусными ягодами на Земле. Один, два, три. Большая корзинка. Передаю ее, пожалуйста, в знак благодарности Амелии. Пусть подерж... поделится со своими друзьями. Как приятно. Я благодарю вас. И мы благодарим вас, Амелия. Он теперь знает ваше имя. Мы надеемся на ваш скорый контакт, на его контакт с вами. Я надеюсь. Благодарю вас. Мы прощаемся. Желаем всего наилучшего. Она его как активировала. Вот пока они танцевали, они обменялись энергиями, и он такой весь радость стоит сейчас в комнате. Вот поэтому и надо ангела вызывать, потому что именно из-за этой активации. Абсолютно верно, Вера. Все, мы закончили. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Владислава в систему биоробот душа, заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Один, два, три. Ну вот он как подключился сейчас, и к биороботу. Вошел и биоробот себя вот как по рукам трогает и выдавливает из себя как... Остатки. Остатки, да. Молодец, молодец. Владислав, вы видите это состояние, запомните его, таким вы должны всегда оставаться. Чистым, с высокими энергиями и высокими вибрациями. Как это делать, мы вам показали сегодня. Желаю вам ну, всего парень, наилучшего. Что он справится. Молодец. Хорошо, благодарим его. Мы закончили, Вера. Да. Отключайся от Владислава. И насчет три переносись к комнату диагностики. Один, два, три. Да, я на месте.